подразумеваю купейщика, она создана два гроссмейстера, создана в доме 1970 года, С4. Это ход вообще определяет английское начало. С4, Е5, конь С3, конь Ф6, конь С6, конь С6, конь Ф3, Ф5, Д4. Подождите, Ф5? Да, Д4. Д2, Д4, Е5, Е4, Е4, не Е5, не 6, Е5, Е5, Е4, не брали открытые, Е5, Е4, конь по двое, но белые сыграли, развили слона, слон уже 5, пока быть нельзя, потому что напали на ферзя. Черные сыграли конь Ф6, вывели коня, конь Ф8, Ф6. Здесь последовал не очень хороший ход d5. d4, d5. Черные, белые на f3 коня отдают, но они берут на c6, то есть кони разменивается. Вот белые думают, что это позволит им выбить пешку, но ошиблись. Значит, на d5 последовало df. Черные взяли пешку коня. Белые, естественно, взяли коня на c6. И здесь последовало черные здесь взяли на g2. На g2. И белые вот они обратно думали, что они выигрывают пешку. Взяли пешку на d7. c6 бьет d7 шаг. d7 сейчас слушай, что-нибудь. Белые думали, что они выигрывают. То есть после. Ну не выигрывают, у меня что нехорошая позиция. После того, как черные возьмут на d7. Когда шах отойдет, они могли побить пешку слоном. Да, черные в один ход выиграли, каким образом? Они не стали брать. Я говорю, что если бы они взяли слоном или конем, тогда белые бы побили пешку на g2. Да. Ну, допустим, так. Они бы побили на g2, и у них было все в порядке. Да. Ну, такая игровая позиция. Вот, но они сделали один ход, очень важный. Какой? Черные здесь сыграли как? Черные ходили. О, правильно, они сыграли. Слон бьет ферзя. Да, и тогда пешка превращается в ферзя. И бьет возьму. Бьет возьму, получается, что ферзь возвращается.